Бесполезно сегодня пытаться попасть на танцпол, потому что там нет ни одного свободного местечка. А все почему? Да потому что за пультом стоит один из самых перспективных диджеев Москвы и Питера – DJ Fo. Этот московский диджей умудряется в свой 21 год раскачивать такие площадки, какие и не снились некоторым зрелым диджеям. По признаниям московских промоутеров, его имя на афише любой тусовки привлекает огромное количество людей. Самые известные клубы Москвы и Питера хотят видеть его своим резидентом, а некоторые, собственно говоря, и видят. Например, лучший танцевальный клуб по версии Nightlife Awards 2007 – питерский клуб «Людовик». Про этот самородок отечественный хаус сцены можно еще долго рассказывать. Как интересно, сам DJ Fo относится к такому внезапно пришедшему успеху. Слушай, он пришел быстро, очень внезапно, ну, приятно. Значит, есть у меня какой-то талант, если люди любят, людям нравится. Ну, судьба, значит, такая. Я в судьбу очень верю. Судьба ли это или результат грамотно выстроенной работы, но DJ Fo встречают с распростертыми объятиями в огромном количестве городов. Новосибирск не исключение. Ой, встретили вообще отлично. Ребята в Новосибирске просто прелесть. Очень, очень хорошо встретили, показали город, в ресторан какой-то сводили. Очень хороший, кстати, как на московском уровне, даже может повыше чуть-чуть. Ну, здорово. Клуб очень такой приятный, люди добрые. Ну, все хорошо. Насколько заметна разница между московской клубной культурой и тем, что ты наблюдаешь сегодня у нас? Здесь люди чуть подобрее, и здесь музыка более пьяная. Ну вот, как бы надо повеселее музыку играть, а в Москве более, знаешь, такую, как бы музыку играет более, ну... Более серьезные, да, под другим воспринимают. Нет, более интеллектуальные, не под алкоголем воспринимают, а чуть по-другому. То есть у нас играть все-таки проще. Играть тяжело на самом деле, потому что вот народ очень у вас требовательный. Ну вот, то есть если один трек не тот поставил, то они все уйдут. Ну вот, очень тяжело играть на самом деле. Хоть играть и тяжело, ты, похоже, отлично разобрался в пристрастиях новосибирской публики. Как тебе так быстро это удалось? Надо, главное, поймать волну, понять, в каком люди настроении, ну вот, какую им музыку хочется, пожестче, полегче, повеселее, попсовее. Ну вот, если ты это поймешь, то все будет отлично. Главное прийти просто пораньше в клуб и послушать предыдущего диджея, как он играет и как люди воспринимают его музыку. У нас есть информация, что ты работаешь над общим проектом с небезызвестным и очень талантливым диджеем Нейтрино. Узнать бы об этом поподробней. У нас есть общий проект, как бы мы стараемся везде играть вдвоем, но вот мы, в принципе, с ним друзья. Вот, ну, в дальнейшем, может, будем здесь джем играть. Ну, Нейтрино сейчас, знаете, наверное, один из лучших диджеев в России. Вот, ну, как бы в Лувре у нас собственный проект, мы клуб Лувр вместе делаем, в принципе. Вот, это московский клуб. DJ Fo специально для MTV Новосибирск.